Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, ну что, мы с тобой заберем 140 тысяч древесины. Блин, маловато будет. Сколько ни дай, нам все мало. Потому что очень все дорого стоит, друзья мои, очень. Так, возьмем с тобой сразу же. Откроем пак бесплатный. Что нам здесь выпадет? Так, монетки Одина, это все понятно. А вот что здесь? Костолом, шипорез, шепот смерти, ну и ресурсы в основном, да? Так, ножны, ну и руны. От этого я откажусь. Так, что мне принес беззубик? 600 тысяч бревен, так, кстати, круто. 400 тысяч рыбы и еще бревен, ёлки-палки. Слушай-ка, у меня 2 миллиона бревен. Ну, как ты видишь, у меня, ребята, дровница прокачана пока по максималке. А лоханька до сих пор еще делается. И будет она делаться 10,5 часов. Так что пока можно ее не трогать. Кстати, друзья мои, когда я играл за кадром, знаешь, какой я себе выбил пак? Сейчас покажу. Вот он, ребятушки. То есть у нас был с тобой синий, да? Это редкий. А вот это, я так понимаю, эпический пак. В первый раз, ребята, мне выпал за всю игру. Так, давай-ка мы с тобой вначале вот это откроем. Костолом, громобой, громорог, отпрыск. Отлично. Слушай, и он содержит 70, ребята, 70 жетонов. Я считаю, что это круто. Пускай он начинает открываться. Сколько там? 12 часов. Не кисло. Совсем не кисло. Так, ну что же, мы с тобой пока соберем наши ресурсики, которые у нас здесь с тобой накопились. Блин, как мне нравится водорез. Смотри, 128 тысяч, представляешь, рыбы мне приносит. Я думаю, он столько же и бревен принесет мне спокойно, если его отправлю. Так, ладушки, пока будем сейчас собирать все. Беззубика мы с тобой обязательно отправим на следующее приключение. Так, слушай, ну вот древоруб тоже немало мне приносит, на самом деле, дохода. Так, ты сколько? Ну, костолом почему-то поменьше, намного меньше, если честно. Да, этот вообще маленько. Где снеговик? Дай-ка я его найду и заберу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, ребята, мы как раз с вами должны открыть это яйцо. Если постараться каждый день открывать, то все у нас должно получиться. Что еще нам нужно с тобой сделать? Или что я хотел сам сделать? Уже и не помню, если честно. Улучшить, прокачать ничего не могу, да? По-моему, нет. Так, этого, ребята, я начал прокачивать. Не знаю пока зачем, но вот захотелось мне. Скользкопев. Вот кто это такой у нас. Просто я думаю, что он, ребята, нам будет приносить много ресурсов, если мы его, конечно же, прокачаем. Причем довольно хорошо. Так, тебе, может быть, тоже парень идти обучиться отправит. Давай мы его, наверное, отправим. Сколько он... За 8 минут он находит нам фиг знает сколько. Вот я вижу, что он 29 тысяч приносит в час. А он всего лишь в пути у нас будет 8 минут. Пускай, наверное, идет дальше. Тренируется, да? Так, что у нас тут по заданиям? Давай глянем. Ну, во-первых, действительно, мы с тобой заберем блестящий янтарь. Сразу же поставим новый на обмен. Так, здесь нужно будет еще пак забрать, кстати. Монетки Одина, и что же здесь? Ну, в основном ресурсы одни. Ножны. Шикарно. Бесплатная неделя. Нет, спасибо большое. Хотя бесплатную неделю можно было бы взять, да? А потом быстренько отказаться. И все. И было бы у нас хорошечно. Так, примите так, в защите. Отправьте драконов в приключение. Драконов в приключение. Двух. А они у меня как раз прибыли. Может быть, сейчас мы с тобой, кстати... Нет, ну здесь не получится. Здесь у нас с тобой не получится. Подмога. Слушай, я, наверное... 1,5 миллиона за успех... Нет, спасибо. Успех гарантирован. Зачем мне такое счастье нужно? Так, ну что я тебе скажу. Одного дракончика мы с тобой отправим по любасику уже в путешествие. Давай, руны, 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 пожалуйста, руны. Отлично. 7 руночек. Ха, отлично, полетали.
Ух ты, и награда у нас с тобой еще 50 шестеренок. Спасибо, Сморкала. Обращайся в любое время. Нет, правда, в любое время. Хорошо, так, иди-ка ты, парень, в путешествие у нас. А вдруг у нас кто-нибудь еще может попутешествовать, а? Правда, я сомневаюсь, да. Здесь ничего у нас с тобой не выгорит. Так, ладно, пускай идет. Вот это возьмем с тобой. Секунду. А почему так долго в путешествии ты, а? Очень долго, друзья мои. Блин, а я рассчитывал еще одну завершить. Так, и давай-ка мы с тобой сделаем, знаешь что, защиту олуха. Так, оборона, мне нужна эта книга драконов. Так, он опять, ребята, за свое. Он опять за свое, поэтому мы тоже будем за свое. Так, дракончики, есть смысл, конечно же, ребята, вот этих драконов прокачивать. Ну, Беззубик, конечно, бьет все рекорды по атаке. Ну что, пойдем с тобой к бою, как говорится, готовиться. Ох, ёх, вот это у них флотилия здесь, я тебе скажу. Я даже не знаю, что мне делать. Наверное, я Беззубика отправлю понизу. Я думаю, так будет, да? Короче, Беззубик у меня полетит внизу, а эти уже полетят поверху. Давай, 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 родные мои, бомбим. Так, водореза вот сюда отправлю, посерединке. Давай, давай, топи ихние корабли, кедрени фени. Всех затапливайте. Может быть, и успеем с тобой что-нибудь сделать. Ну, ключи мы, скорее всего, с тобой не спасем. Беззубик, ты зачем делаешь-то так, а? Давай мы... А это я, наверное, всех, да, ребята? Если я укажу им точку. Хотя, смотри. Мы очень даже неплохо бомбим. Давай, наверное, поможем нашим ребятам. Может быть, ключ спасем. Да. Три ключа у нас с тобой. И помимо этого мы идеальную победу одержали здесь. Никого не потеряли. Слушай, это круто. Давно такого не было. Так, три ключа. Ну, единственное, что здесь награда не очень хорошая. Мы это уже прекрасно знаем. Заберите награды, обязательно. Так, вот так и вот так. Все, ребят. Ну и тут рыба. Как странно, мне показалось, или люди Элвина пытались взять меня в плен во время этого налета. Тебе не показалось? Все так и было. Что-то мне это не нравится, Астрид. Ага, я тоже, знаешь ли, не в особом восторге. Так, ну что же, выполнили мы с тобой и это задание. Победить 5 драконов и отправить драконов в приключение. Вот нам нужно с тобой сделать вот это вот еще. А для того, чтобы нам сделать его, это придется кого-то навернуть. Естественно, просто так ты не вернешь. Придется, наверное, за просмотр рекламы, да? 20 минут. Слушай, да я вот так вот сделаю, господи. Твою же налево. Вот это я лопухнулся, друзья мои. Вот это я лопухнулся. Ну кто же знал? Ну кто же знал? Успех гарантирован. Нет. Почему же так все дорого-то, а? Сколько стоит, если еще? 124? Нет, уж спасибо большое. Ребят, ну не получится сегодня тогда у нас получить пак. А хотелось бы, да? Конечно, хотелось бы. Ладно, древоруб пошел. Этот у нас пошел за древесиной. А ты что сидишь? За древесиной вперед. А ты? Ты за рыбой. Гони. Ты за древесиной. Ну что, друзья мои, у нас остается только лишь битва на арене. И как видишь, у меня уже 4 дракона побеждено. То есть нам нужно еще 6 победить. И мы получим пак. Поэтому приступим. Упс. Елки-палки, я хотел отменить и поменять древоруба на кого-нибудь другого. Потому что в последнее время он не справляется, друзья мои. Поверьте, он не справляется со своей работой, так скажем. Поэтому я его хотел заменить. Так, глыба тут выпендривается. Ну, понятное дело, она красная, ей можно. Мы с тобой сейчас будем... Так, давай сделаем, наверное, вот так. Престиголову будем бомбить. Поджог. Ускорение, блин, это плохо, ребята. Он сделал ускорение.
Соответственно, глыба скоро будет кого-то бомбить. Причем очень сильно. Отравление еще повесили. Так, мы этого добьем. Я вышел. Так, дальше опять, смотри, ходит змеевик плюс глыба. Потом только мы. И то двумя будем ходить. И тут двумя будем ходить. Ну что, здесь, наверное... Здесь, наверное, я вот так сделаю. Раз. И два. Да. Промахнулся. Началось, да, значит? Потом будет опять глыба ходить. Слушай, мы сделаем с тобой... Что я сделал сейчас? Я хотел вообще-то не это сделать. Трындец. Из-за вот такой, ребята, ошибки сейчас можем с тобой сфейлиться. Я думаю, ты понял, что я хотел сделать, да? Я хотел сделать баф. Вот этот вот. Теперь-то он уже, наверное, не нужен. Потому что мы потеряем сейчас с тобой ветрокрыло. 100% тебе говорю, ветрокрыл. Ох ты! Вот ты как сделал, а? Ты посмотри-ка на него. Естественно, мы с тобой сейчас... Блин, потеряем, ребята, ветрокрыло. Он его боданет, поверь мне. Ну, а мы с тобой делаем тогда вот так вот и ждем, когда он будет нас атаковать. А он будет атаковать. Все. За счет отражения, как говорится, победушка у нас в кармане. Какой нам дадут пак? Обычный. Ну что же, поехали дальше. Тихо, подожди, 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 подожди. Фу, успел, успел. Конечно же, я хотел заменить древоруба. Дай только подумать, на кого. У нас с тобой, в принципе, не очень большой выбор. Либо брать громобоя защитника, да? Либо же брать водореза. И я почему-то хочу именно водореза. Давно мы с тобой его не брали. И, наверное, я думаю, вот так вот будет эффективненько. И крылатым ужасом я еще, кстати, не играл. Вообще ни разу. И вот этого, наверное, я возьму все-таки вместо... Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Не этого я хотел взять, ребята, вот. Хотел взять вместо ветрокрыла. Давай посмотрим, что вот у нас из этого получится. В принципе, получается как бы... А, у меня два фиола. Водорез тоже фиолетовый. Слушай, ну нам достается солянка с тобой. Против солянки, я думаю, у нас все будет оки... Доки, да? Так, начинаем, да? А мы с тобой начнем вот с этого, шитика. Ать, ну понятное дело, красные всегда атакуют зеленых. Что это он сделал? Усилил себе атаку, молодец. Ну это как можно понимать, ребят? Ну вот как вот это вот можно понимать? Он два раза ударил и два раза промахнулся. 12 уровня. Да я не понимаю этого. Слушай, нам это, по-моему, ни к чему. Давай вот так просто ударим. Что ты там собрался делать? Кого кусать? Ну, естественно. Естественно, сардельку. Ребята, сарделька. Опа. Водорез получил вот так вот. Так, будет ходить костолом. Давай тогда. Раз уж мы с тобой водореза все равно потеряем, сделаем, как говорится, ему... Трындец. Сделали мы ему. Сейчас этот сделает супер удар, поверь мне. Огненный, а нет, у него огненный, ребята. Вот что он сделал нам. Сюрприз. Так, даже не вздумай. Я сделаю вот так, на всякий случай, ребят. Ну они атака... Опа, красавчик. Красавчик. Ну давай, давай, бомби вот сардельку. Ах ты, жук ты навозный, а. Ты посмотри, что он делает. Не хочет. А мы тогда, знаешь что? Нет, мы с тобой просто ударим. Бей сардельку, тебе говорю. Вот прицепился, а. Вот же неугомонный. Я, ребят, вот так вот сделаю, на всякий случай. Сейчас все равно же будет атаковать, да, кого? Ну, естественно, он хочет его добить. Он хочет его добить, а мы тогда с тобой сделаем, знаешь что? А вот так, пускай отравление будет на нем висеть. Отравление и еще... Вот так. Он добьет мне пресеголового. А мы с тобой сделаем вот так. Что он будет делать? Бафаться. Нет.
Ну все. Друзья мои, отличная победа была. Прекрасная. Ну что же, и мы с тобой получаем пак. Выходит так. А здесь у нас обычно выпадает. Ну что же, давай заценим, что он нам подготовил здесь. Так, громобой, крылатый ужас, громорог и водорез. Крушение голов. Слушай, ну я считаю, неплохо. Знаешь, на уровне, на самом деле. Слушай, подожди, а я что, не активировал, что ли? Ё-моё, сидим тут, ждем. Ну что, да, все ячейки заняты, и я, естественно, хочу дальше продолжить поединки. Пока оставляем ту же самую команду, а мне как вот специально подкидывают красных. Красный. Так, фиолы должны против красных довольно неплохо идти, да? Упс. Ну что, начнем со змеевика, наверное. Сейчас, блин. Так, тихо. О, ну неужели ты стал попадать? Сейчас два раза он ходит. Мне все равно кажется, ребята, что он намного больше меня ходит. Вот что не говори. Я не знаю, почему такое вот ощущение, но вот... Мне кажется, мы ходим меньше, чем вражина. Так, неплохо для начала. Потеряем мы, скорее всего, с тобой водореза. Но не сейчас, да? А вот сейчас его, наверное, сожгут. Сожгут гаденыши. Ну что же, теперь мы с тобой один на один. Точнее, два на два. Ну что-то там. У него усиленная атака, ребят. Эх, без крита, к сожалению. Не кританул. Сейчас сожмет. Нет, мы еще живем. Вот это добьет. Все, ребята, теперь делаем вот так вот с вами. Понятное дело, да? Гудбай. Давай что-нибудь такое суперское свое. Я рассчитываю на твой суперудар, парень. Ну? Давай. Он не хочет, ребята, делать. Слушай, а ты знаешь, что я тебе скажу? У меня же кончится сейчас после этого хода. И он наверняка будет меня с разбега оглушать. Ага, у него не оглушение, оказывается. Ну что ж, тогда все, друзья мои. Победа будет здесь за нами. Молодец, сарделька. Я думаю, он заработал кусочек мяса, да? Начинаем следующий поединок. Так, секунду, подожди. Не успел. Не успел, я хотел поменять. Я хотел сделать себе, чтобы у меня были разные персонажи. Так, здесь кревет, сарделька и лаварык. Ну, в принципе, начинаем, как обычно, с кревета. Ой-ой-ой, промахи вот это не надо делать. Лаварыга мы с тобой берем в последнюю очередь. Сарделька вот еще тут мешаться будет. Ну, конечно же, она сразу бомбит бедного моего водореза. Ну-ка, уничтожим с тобой. Чуть-чуть не хватило. Так, лаварык мне не страшен, вообще нисколечко. Кревет. Че творит, а? Добиваем, короче. Уничтожит нам водореза сейчас. Оу. Он переключился, это круто, ребята. То, что он переключился на барса и ветря, это классно. Вот если барс... Вот он промахивается, как, знаешь, кто? Как наша сарделька в былые времена. Те же самые нотки меткости. Так, что он там сейчас задумал? Блин, как он, почему он так сильно бомбит, а? Я по нему мало, да, наношу урона. А он офигенно, он зеленый против фиолов. Да, зеленый против фиолетовых довольно неплохо бомбят. Ну что ты там, что ты тут выпендриваешься? Так, успеем мы его уничтожить с тобой? В принципе, должны. Давай, водорез не подведи. Без крита, ладно. Пока. Ну что, лаварык, давай поговорим. Давай мы с тобой поговорим по душам. А почему бы и нет? На-ка тебе. Будешь атаковать мне барса и вепря, а? Конечно же будет. Конечно будет. Хочет его подбить, ясен перец. Ну а мы по ходу дела с тобой его уничтожаем. Шикарненько. Ну, очередная наша победа. Поехали, нам остается 4 дракона победить. Так, стоп. Давай-ка я, наверное,
плане, я не успел отменить? Понятно. Слушай, ну что это такое? Ну вот что это такое? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Хорошо. Будем топить. Ох, ё. Да ну, не может быть такого. Вы, ребята, не оборзели ли, а? По-моему, вообще в корень припухли. Так, водорез, я думаю, что наша песенка тут с собой спета. Жаль, конечно. Но ты посмотри, что они сделали. Так. Ну, фиолы за это ответят. Зелень их быстро распетрушит. Вот кого мне нужно сейчас подбить, в первую очередь. Вот этого хлыща. Замечательно. Так, а теперь пойдем с прихвостня начнем. Естественно, они уничтожат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Он сейчас бомбить будет. Скорее всего, мы потеряемся. В плане, вот так даже. Что ты будешь делать? Атаковать, отравил. Что-то слишком долго гипноз-то этот держался, да? Так, удвоение энергии. Твою ж налево. Ребята, тут только один вариант. Естественно, делать отражение. Что ты будешь делать, гаденыш? Красавчик. Давай, давай, пыхни. Вот, молодец какой. Так, с этим, наверное, пора кончать. Ну, давай что-нибудь такое. Круто. Так, ты тоже сделай свой суперудар. Нет, ну что, добиваем его. А я же говорил, фиолетовые доиграются, ребята. И вот вам показной пример, сейчас только что сделал я. Остается дело за малым, всего лишь один дракон. Я даже передумал почему-то менять команду. Так, фиол, ой-ой-ой-ой, там же этот. Тройной удар. Слушай, ну я думаю, зеленью можно, в принципе. Да, у нас он основной враг получается. Его тогда и будем петрушить с тобой. Ох ты, что творит, а ты посмотри. Ты только полюбуйся, что он тут. Ну мы должны были усиленный удар наносить, почему такой слабый-то? Хотя бы заблочим его, ребят. Чтобы он не применил какие-то там заклинания. Ой, все. Вепря мы с тобой с Барсом потеряли. Только что. Ладно, этого распетрушим. Потом займемся змеевиком злобным. Твою ж дивизию, что он вытворяет, а? Хорошо, что водорез может подхиляться, да? За счет атаки. Опять он ходит. Ты не образил ли, а, парнишка? Так, ну-ка, атакуем. Атакуем. Сейчас суперудар от кого-то будет. От змеевика злобного, да? Блочим. А блочим и отхиливаемся. На 145, неплохо, кстати. Добьешь, сарделька, пожалуйста. Как всегда. Как всегда, нифига не вышло. Но водорез мой до последнего держится. Молодец, красавчик. Вот то, что он, ребята, блочит противника и при этом еще и отхиливается, это большой плюс. Я бы даже сказал, это огромный плюс. Так. Ну, что-то там лаборык придумал. Скоро, конечно, он одолеет. Одолеет моего водореза. Хотя, нет. Если мы с тобой сейчас так и будем жить на отхиле, это будет очень круто. Так, водорез повторяем. О, да мы его, по ходу дела, уничтожаем. Найс. Погоди, нет, еще не найс. А вот теперь найс. Что и требовалось доказать. Водорез, ну, великолепен на самом деле. Ну, забираем с тобой пак вождя и смотрим, что нам тут. Древоруб, шипорез, душитель, громель и водорез. Плюс глыба. Замечательно. Замечательно. Так, а что у нас тут? Ты уже все, что ли? Добыл ресурсы. Кстати, он постоянно добывает мне вот этот коралл и... Я вот все никак не могу понять, что будет, если мы вот это нажмем. Минус 20%. К чему? Один день. Снизьте стоимость обучения в академии. То есть на один день всего лишь? Или это на совсем? Ребят, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. И как ему улучшить
поиски. Как вообще его? Можно уровень ему как-то прокачивать или еще что-нибудь? Нет? Или он как бы, ну, по стандарту, что добывает, то и есть у него. Кстати, что у меня тут за яйцо, я уже не знаю, ребята. Нашел какой-то, это кто-то мне притащил его. Ну что, беззубик, давай с тобой слетаем за гроза морей. Попробуем найти, а, друзья мои. Может, застудись? Давай так сделаем, застудись, пускай летит, ищет. А вдруг нам повезет? Так, здесь мы забираем. Отправьте, угу, дракона в приключение. Ну, видишь, если только при одном условии, что мы, например, с тобой 8 часов. Еще себе, так много. При условии, что, например, мы посмотрим рекламу, да? А, тут можно вот так даже сделать. Но так это только второй, ребята, принес он раз. А мне нужно, чтобы он третий раз слетал. Здесь, наверное, тоже, да? Второй раз. Погоди-ка, по-моему, нет, ребята, все у нас получилось. Нет, нифига не получилось. А что здесь? Так, получите в схватке трофей 300, окей. Так, победите в схватке. Так, понятно. Откройте набор карт. Отправить беззубика в путешествие. Так, вот это я еще заберу. Так, все-таки, что... Что нужно сделать? Что нужно успеть, ребят? Не получится, да? А, вот, ребят. Сейчас мы с тобой отправим вот этого в путешествие. В принципе, все, и получим с тобой пак. Так, 4 руны, отлично. Ну что, лети, бро. Полетел он, короче, в драконий край. А мы с тобой вот так делаем. И... Да что ты, что ты, что ты, что ты делаешь? Не это мне надо. Отдай мне просто пак свой и все. Плевака. Рыбка, бревна, руны, бревна, руны. И все? А что-то кисло-то. Я на самом деле рассчитывал на более достойную награду. Йо, нифига себе, ребята, боржемина уникальный. У меня таких, этих-то и нету ресурсов, которые не требуют. Так, ну что, ножнов осталось совсем немножко. Потом будут флаги. Да. Вот они, эти кораллы, которые нам приносят постоянно зеленая смерть. Тут скоро можно получить будет костолома защитника, я тебе скажу. А здесь не хватает одного флага. Так, ну что, дорогие друзья, наверное, мы будем с вами на этом заканчивать нашу серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!